传令。 Я не готова. Надо защитить царь. И должна бросить. Не сейчас. Нужно сделать все возможное, чтобы задержать. Нужно вновь надо. Она одна. Я в конце. Как? Хотя бы. Как это? За... Что? Одна. Их... Мы как сделал? Но наконец-то явился герой, который всех спасет. Моя библиотека находится недалеко отсюда. Thank you.
поверить. Хотя лучше. Я знаю, кто во всем виноват. Бедняки! Ис. А че? Да мир... Твой... Что, черт подери, тут происходит? Ты ведь слышал легенду? Вестмарш был основан в ходе военного похода под началом легендарного генерала Ракиса, желавшего распространить влияние своей религии за пределами восточных земель. Одержимый закарумскими суевериями, он неустанно вел своих паладинов на запад. Я не готова. Я нашла огонь. Вот вечно. Не сейчас. В Донкрейт. Thank you.
должны спасти мы. Не сейчас. Это все не снял. Хорош, хорош. Я слишком устал. Как ты мог покинуть меня, брат? Какой из меня король? Знать хочет заставить меня плясать под свою дудку, грозя мятежом. Она тут же отвернется от меня, если я перестану держать крестьян в узде. Мое положение я не готова. Надежно. Одним врагом меньше. Когда я вижу этих чудовищ на улицах без марша, меня переполняет ярость. Я понимаю, Дрэй, но не позволяй ярости ослепить. Свидетель! Они держат моих родителей наверху! Мне не хватает гнева. Мама! Где я? Не сейчас. Да.
смерти управляет горнилом душ. Она должна умереть. Деве смерти не место в нашем мире. Поможем ей вернуться домой. Я не готова. Спасибо. Я знала, что ты прибудешь вовремя и спасешь меня. Откуда я? Не... Он следит за тобой. Несколько лет я молил английский совет отпустить меня на поиски Малтаэля. Тебе следует быть в лагере. Здесь небезопасно. Что за глупость? Ты же меня защитишь? К тому же, после того, как я видел, что эти твари делают с людьми, скажем так, я хочу своими глазами увидеть, как будет уничтожена последняя горнила, чтобы ничего могла спасти. Выполни свою миссию. Я не готова. Не сейчас. Ты так живописно расправляешься с прислужниками смерти, любо-дорого смотреть. Кто-то пора возвращаться. Матушка предупреждала меня о бедноте. Тянет меня закрыть. Мы же не умрем, правда? Скажи мне, что те, кто отошел в мир иной. Таком. Что тебе можно?
может понадобиться. Это хорошо. Сирия, вот и... Он же не глупый. Оказывается, эти жнецы забирают людские души. Но это же... Зачем столько усилий? Не явись ты, это... ведь... Есть. Я не готова. Я слышал, что Тираэль ангел. Что же он мне помогает? Надо выбираться отсюда. Стоп, не знаю. Не сейчас. Я сделаю это. Я не... То есть... не... Это же... было... Смотри. Аскуп... Это... Верно. Он что... Урзаэль сделал это, чтобы собрать Асирея. Как отправиться за его головой? Зачем? Нам мы поедем. Если... Зачем? Я... Наверное. Тебе мне... ты при. Почему? Хоть... А вы. Это... Расскажи. Он... Это на... Что я это? Так... Как мы знаем? Мы... Это не... После смерти Кариллана корона перешла к Юстиниану Первому на основании... Я не готова. Терпение.
терпение. Собственные эмоции не имеют значения. Мои люди гибнут. Им нужен король. Наше сопротивление начнется сегодня. И никто иной, как лорд Уинтон, предоставил подкрепление. Эти жнецы не получат Вестмарш. Клянусь своей жизнью. Я не готова. Что в мире стало безопаснее. Походу, одни ему должны...
убьете. Это правда, что король Юстиниан IV мёртв? Обычно я до такого не опускаю. Урзаэль мёртв. Это все еще небезопасно. Благодаря тебе я наконец-то могу похоронить. Но это бедствие войдет в историю. Печально. Ну, правда, разу? Урзаэль. И то, но... это... Смерть пришла. Урзаэль. Мне. Какая невиданная удача. Во время своего правления Тирра не сделала ничего, чтобы остановить гра... Прежде чем основать Лестмарш. Интересный кран. Челса. Расклад. Объединяю. Где на новики? Корм, ты был. Говори, Корм. Я Севу, я не... Наша крепость. Там может. Вот тебе. Мы так тобой гордимся. В этом вас. Пробил наш час. Мы восстанем из пепла весной. Знаем, что ты не причастен к безумным. Наше время наконец-то пришло. Подайте мне хлыст. Настало время. Стоп! Кормак! Да, нет, я вас понял. Человек подвержен порокам. Снова и снова мы наблюдаем за тем, как лучшие представители рода человеческого. Мне не хватает гнева. Меня ты никуда не пойдешь. И почему? Пойдет. Прятали черный камень души глубоко под землей, в руинах города Непалема, расположенного в Сибири. Думали, что это надежное место, но Малтаэль его все равно нашел. Я не готова. Вход в гробницу был похож на... Не забывай, что сначала она должна тебе все рассказать, а потом уже... Не сейчас. Не
стены. Вам не повезло. Этого зрелища отец специально привел меня на городскую площадь. «Смотри», — произнес он, — «так выглядит слава». Однако она ничем не отличалась от других женщин. И горела, как все остальное. Это путеводный камень, но он никогда не реагирует на мое присутствие. Дай мне попробовать. В город Нефалемов вело четверо ворот, каждый из которых были отмечены знаками. Но лишь один из знаков подмечает ворота, идущие в гробу. Когда ты прикасаешься к этим камням, один из ложных знаков исчезает. Терпение. Я не готова. Не нравится мне все это. Сейчас. Я не готова. Ищите перед Закарумом! Я
что я искала. Нас ждет могучий противник. Не сейчас. Не пищите перед Закарумом!
Брат, жди здесь. Ты ведь... Я... Вы все на тебе... Терпение. Thank you.
Я легко могу представить себе, как по этим залам шествовали древние нефалемы. А ты? Он всегда возвращается. Перед смертью. Пора возвращаться. Похоже, наш он. Надеюсь.
Он уж... Это было бы слишком с моей стороны. Thank you.
сияющей пустотой. Ничего сделать, пока не соберу все осадные руны. Я не готова. Остался
готовится последний удар. Готово. Крепость Пандемония. На ней. Нам идет крестоносец. Я не готова. Дружбы с тобой, я побывал в самых удивительных местах этого мира.
терпение. Я обледенел. Я не готова. Я не могу. Жей находится здесь. Сначала. Да-да, вот это. Куда ты, дурила? Я не готова. Кажется таким знакомым, как будто уже случалось со мной. Эй, где ты так? Не заблудилась? Если ты не поторопишься, я найду самоцвет без тебя. А что нашел, то мое. Прогуляться с тобой. Нет, правда, мы должны делать это вообще. Но вот все-таки разогонятся на ночную.
Черный камень должен. Где черный знать? Значит.